Талантливые люди талантливы во всем. 82-летний ветеран труда Михаил Ткаченко написал не один десяток картин и уже выпускает четвертую книгу. Несмотря на возраст, творческий человек всегда остается в тонусе. Творчество не дает закиснуть, признается пенсионер. Стихи писать и рисовать я с самого детства. Это мое признание было. Я просто сам в собственном соку. Из первого класса, и даже, можно сказать, вот, ну, заметили за мной, что я занимаюсь и тем, и другим, и песнями. Это на Волге у нас, я сам-то не сибиряк, а с Волги, Волгоградской области. Искусство для этой супружеской пары – это не только духовная потребность, а спасательный круг в рутине серых будней. Татьяна Григорьевна, супруга Михаила Петровича, помимо декорирования, тестопластики и вязания, вырастила целый огород на балконе. И даже к вопросу здоровья подходит творчески. Она никогда не принимает лекарственные препараты, а лечит себя и мужа только народными способами. Это секрет их долголетия и прекрасного самочувствия. Вот занимаемся с дедушкой, он пишет картины, на меня всякие кляузы пишет, когда я ему не понравлюсь что-нибудь, он таким словом мне напишет, а то иногда хорошо напишет. Он пишет картины, стихи пишет, а я вот то картины леплю, то вяжу, то, значит, выращиваю. В общем, скучать не приходится. На будущий год 8 марта супруги отметят юбилей – полотняную свадьбу. Это 35 лет совместной жизни. Пережито много, были и потери, и радостные моменты. Но пенсионеры не унывают, будут заниматься творчеством и помогать людям всю оставшуюся жизнь, подавая отличный пример молодежи. Яна Попова, Михаил Тырышкин. Местное время.